Люлька-качалка по карабане. Оригинальное производство Южная Корея. Не использовалась. Показываю, что есть. Спинка регулируется в трех положениях. С нижней стороны имеется три фиксатора. И такая вот металлическая дужка. Посредством дужки мы можем положить ребенка, чтобы он поспал. Имеется три положения до 45 градусов. С боковой стороны, слева и справа, имеются фиксаторы, выполненные из полимерного материала светло-желтого цвета. Они как раз вот под коробкой находятся. Необходимы для полной фиксации стопора люльки-качалки. То есть вот так и все. И она не сдвинется. Ребенок может спать. Посредством выдвижения фиксаторов вверх, с одной стороны и с другой стороны, люлька переходит в положение, когда ребенка можно качать. И, соответственно, музыка. В комплекте идет два ремешка, выполненные из полимерного материала белого цвета, ну, поясной и для плечиков. Имеется пуфик такой вот с коробкой. И куда его класть, соответственно, это вам уже решать. Имеются также 5 игрушечек, которые вешаются на мобиль. Это вот такая вот симпатичная коробка. Вешается вот здесь вот на крючочке. Тоже такой домик. Это машинка, звездочка желтенького цвета и такая веселенькая уточка. Имеется мобиль. Мобиль фиксируется снизу. Имеется наподобие пластмассовой полимерной гаечки. Она фиксируется с нижней стороны столика. Вот такая вот пластмассовая. Вот тут вот снизу это все. И не буду. Имеется игрушечка, которая фиксируется сверху. Вот игрушечка. Вот такие вот два фиксатора. Конечно, если ребенок будет брыкаться или вы немножко приложитесь, то, боюсь, эту игрушечку можно отломать. Имеется пульт. В нижней стороне. Правда, все написано на корейском языке. Но это не трудно. Регулируется как движение, так и громкость музыки. Пультик предназначен для регулировки дистанционной. Сейчас пультик возьму. Пультик тоже на корейском языке, но здесь не трудно догадаться. Можно выбор мелодии осуществлять и либо регулировать скорость. Но это, боюсь, слишком для ребенка будет быстро. Можно уменьшить. Либо вообще просто выключить. Он будет пиликать дальше. Пуфики, матрасик, все чистенькие, в полном исполнении, заводском. Что касается столика, столик убирается для уборки посредством выдвижения двух фиксаторов, слева и справа. Все, выдвинули, вверх поднимаем столик, так вот мы уберем, чтобы не сломать. Сейчас одной рукой неудобно. Вот столик. В нижней стороне столика находятся вот такие фиксаторы с одной стороны и с другой стороны. Они необходимы для фиксации вот в этой стороне. Боковушечек. Все. И вот эти выдвижные фиксаторы, которые сбоку.